Военные действия на востоке Украины хоть и стали менее интенсивными, но не прекратились полностью. По данным ОБСЕ, только с начала этого года погибло более 400 человек из числа мирных жителей Луганской и Донецкой областей. Каждую неделю от 40 до 60 жилых домов получают повреждения в результате обстрелов. И при этом, по данным ЮНИСЕФ, в зоне конфликта продолжают жить не менее 500 тысяч детей. 54 тысячи из них живут в наиболее небезопасных населенных пунктах вблизи линии фронта. По данным украинских общественных организаций, за 3 года конфликта погибло 144 ребенка и более 400 детей получили ранения. Пострадала каждая пятая школа региона, 700, если говорить в абсолютных цифрах. При этом 55 школ пострадали только за 11 месяцев 2017 года. До сих пор вблизи линии фронта продолжают работать 139 общеобразовательных школ и 134 детских сада. Война продолжается, но даже на войне дети остаются детьми. Детьми, которым нужны игрушки и безопасное пространство для игр и прогулок. Которым нужны хорошо оборудованные школы и детские садики. Которым нужны учителя и психологи. Которым просто нужны наша забота и поддержка.